Я никогда не пишу сценарий. Я не думаю, о чем я буду снимать видео. Я просто включаю камеру и снимаю. Алания моими глазами. Реальная Алания. Жизнь в Турции. Видео каждый день. Приятного просмотра. Вообще огонь просто. Так, друзья, ну, если это отдельное видео, то сюда, как мы пришли, будет другое видео. Если я пока снимаю фрагменты, я пока не знаю. Нет, нарнутки фрагментами. Фрагментом я иду маячка покормить туда, потом мы пойдем к Али-Бабе. Ну, возможно, еще пройдемся без паузы монтажа, кстати. Но не сейчас, сейчас пока фрагментиками снимаю. У меня заполнилась флешка на этом самом, флешка не та, у меня там, блин, на камере с зумчиком, поэтому дальше продолжу монтировать с... С двух камер будет, короче, вместе. К сожалению, не смогу сделать зум, я хотел же ближе подойти и поприближать те кораблики все. Не подумаю, что быстро флешка заполнится там. Там на лавочке мы сидели минут 15 назад. Иду по нижней части, потому что поверху будет холодно. По крайней мере, возле башни сейчас был такой свежий ветерочек. Хочу куртку одевать. У меня дождевик закинут в этом. Свитер таскал 4 дня. Он мне даже ночью не понадобился ни разу. Тепло было. Думаю, дождевичок возьму. Он легче, меньше места занимает. Рюкзаки. Надеюсь, он тоже не понадобится. Но как-то вот сейчас реально свежо было на Красной Башне. Идем понизу. А, кстати, в тот раз же меня маячок нашла прямо здесь вот. Может, сейчас далеко и не придется идти, если она здесь прям меня встретит. Надо идти разговаривать, она меня услышит тогда. Могла и на место она уже вернуться, конечно, туда, дальше. Но вчера или когда здесь был? Позавчера, наверное. Да, позавчера, получается. Шел я искал там я ей достал, а она здесь выскочила. Сейчас посмотрим, может, появится. Тут кафешка рабочая, наверное, она возле нее поселилась. Маячок! Маячок, ты здесь? Так, это у нас не маячок. А где маячок, чувак? Чувак, где маячок? Там он, котик, лежит. С котятами кошечка. Ой, не бойся, не бойся. Я хороший, котята там. А тебе, может, еды надо? Котят кормит. Не голодная ты хоть, а? Мать многодетная. Боже, тройня. Тройня. Сейчас я ей насыплю. Они спят или едят? Я не могу понять. Катюлька, они спят или кушают? Прелесть какая. Ты мать героиня. Да, у меня возле дома такая подруга сейчас. Еще у кого? Тут котов много. Наверное, они ее выживут по-любому. Она что, не здесь жила? Она отходила, тут вот кормят их, и водичка есть, и дают кушать им. Молодец, человек хорош. Она бросила и пошла кушать тоже. Оставила малышей. Красавцы какие трое. Так что здесь они ухаживают, заботятся, и они здесь и
и живут тоже. Там, где люди хорошие. Там и будочка у них, а там их много. Так, ну маячок не вышел, наверное, вернулась она туда, скорее всего. Пойдем поищем. Я хотел еды достать, а как раз мужчина с кафешки выходит, да, с кормом. Ну, внутри она вряд ли, меня бы она уже услышала тоже, да? Прикольный. Класс. Часть дерева, часть жестянка. А вот мамулия, которым я повесил инфу. А вот эти погнали, которые в море плавали. Рыбацкие, не рыбацкие, так я не знаю, что вот те вот краны для чего, которые на каждом из них. Я залез в самое морское логово, смотрите, тут пройти сложно. А, наверное, действительно, это не кран, это труба, по которой рыба ссыпается, они ее сгружают, она у них загружена внутри, и когда подходит, видимо, человек забирающий эту рыбу по вот этим вот кранам, как я их назвал, рыба идет по этой трубе. Но это мое предположение, я не знаю, прав я или нет на 100%. Скорее всего, так, я думаю. Так, маячок, я надеюсь, ты меня услышишь, если я буду проходить, а ты где-то рядом будешь. Вам показываю эксклюзив. Ой, я мечтал здесь зайти в воду, сейчас я в таких тапочках, что можно это сделать. Сейчас попробуем здесь, насколько теплая водичка, ее можно зайти. Хотя нет, это все-таки похоже на, ну вот это кран однозначно, да, вот, а вот труба, вот тоже трубы какие-то, видите, тут непонятные конструкции, тут столько всего, лебедки всякие, это очень интересный корабль. Судя по сетям, да, они рыбацкие. Смотрите, настоящие рыбацкие сети. Вот. Прикольно. Вот эту рыбу, когда они поднимают, вот тут вот все заполнено рыбой, тут они разгружают ее. Интересно. Так, и сейчас эксклюзив. Я впервые... Что это? Что это за знак? Смотрите, это прикол, блин, сейчас. А, и так не увидите, блин, и приблизить не могу. А, я понял, да, в обуви по нем не ходить. Это меня в Египте бесило больше всего, что платишь деньги, и тебя разувают по холодному металлу, заставляют идти. И не разрешают в тапочках ходить по нему. Так, я впервые спускаюсь на воду в этом месте. У меня вот что-то вот дикое желание именно здесь зайти в воду. Я не знаю, может, я сумасшедший. Но вот хотел я здесь зайти в воду, и я это сейчас сделаю. Так, главное не навернуться с камеры. Вода сегодня очень теплая. Мне сейчас... О, блин, реально, да. Ну, не то, что прям парное молоко, но она реально, да. Она реально тепленькая. Ой, красота какая. Друзья, я в воде, я даже могу походить здесь. Что? Ух ты, а там вообще сколько сетей на нем, видите, рядами, вот то желтые буёчки, то сетей, это все, так много сетей там. Все, я в воде, красота, прикольно. Сейчас выпьем маячок, моя, если меня увидит, подумает, все, Рома, крыша поехала, топиться пошел. Класс, я балдею, люди, вода реально теплая. Честное слово. Да, она есть 24 здесь, 100%. То, что Тихон сегодня намерил, здесь она есть 24. Потрясающе тепленькая водичка. Классное место. Сюда тоже буду приходить мерить. Кстати, тут она чище, чем там, даже на пляже Кейкубата. Смотрите, какая красота. Тут она как у башни. В принципе, летом тут можно мимо проходить и окунуться даже. Вот тут прям зайти и выйти чисто. Так, маячок еще не вызывает психиатрическую клинику, там пока не видит меня, наверное. Какая красота.
Что же я делаю? Я это песок баламучу. Нет, нет, нет. Я хочу прозрачную водичку. Аккуратненько. Ну, купается человек. Ну что, что вы на меня смотрите? Ну, купаюсь я так. Ну, покупаться зашел. Ну, что, не имею права покупаться? Имею. Класс. Я балдею. Ладно, идем дальше искать маечка. Пока меня не забрали точно в психушку, блин. Хотя, что-то рыбаки ж заходят в воду здесь тоже по-любому. Кайф. И выходишь сразу на камушек, ноги не в песок, что самое важное, тоже можно ноги не мыть, не полоскать. Там счастливая семья, он приплыла на яхточке. То есть не на яхточке, а на кораблике маленьком. Так, ну где ж наша котейка сегодня, интересно? Пора уже идти узнавать, что там с выборами, потому что уже прошло 2 часа, как закрылись избирательные участки. Уже, возможно, какая-то интересная информация может быть уже доступна. Даже не знаю, может быть, отсюда мы сейчас пройдем без паузы монтажа в нон-стоп режиме до... Или бобы, может быть, даже. О, маячок сидит, маячок. Точно она видела, как я в воду заходил. Мальчик рыба кормит, там прям возле пристани рыбки плавают. Маячок, привет, привет, моя родная, привет. Привет, поздравляю тебя с возвращением на твое место. Да, давай отсюда сейчас пойдем, мы, наверное, покормим тебя и пойдем отсюда без паузы монтажа. Привет, ты такая классная, да? Ты такая классная, да. Да-да-да, скажи.